Я стою в огромном старом спортивном зале. Наверное, он был построен в то время, когда мои родители ходили в школу. Высокие окна бойницы под потолок. Зал практически пустой. Маты, штанги, гири, гантели. Рядом со мной стоит мой старый друг и методично тащит 30 килограмм железа на бицухе. 19 лет – большой срок. Подумать только, целая жизнь. И ведь практически никого не осталось с того времени, с кем бы я мог поговорить. Мыслями он где-то далеко. Я не могу уловить его взгляд. Он не видит меня, не видит этого зала и девушку, за которую зацепилось мое боковое зрение. Она висит в петле на другом конце большого зала. Должно быть, она залезла на высокий подоконник. Ума не привожу, как ей удалось зафиксировать веревку на креплении на потолке. Чертовски много усилий, чтобы расстаться с жизнью. Она висит спиной к нам. Я не вижу ее лица. Я не знаю, кто она. Белая футболка, спортивные штаны кофейного цвета. Ни у одной из моих знакомых такой одежды нет. И очертания фигуры тоже нет. Я не знаю. Перевожу взгляд на дверь за спиной друга. За дверью шумно. Оживленные разговоры, из щелей бьет яркий свет. Там другой зал, в нем много людей из спортивного стафа. Я не хочу открывать эту дверь, меня тошнит от них, меня тошнит от них, меня тошнит от них, меня тошнит от беспечности и жизнерадостности их. Я срываюсь с места, запрыгиваю на подоконник и разбиваю головой окно. Старый окрашенный паркетник. Маты. Куски стекла, что застряли во мне и валяются рядом в крови. Боковым зрением я вижу человека на другом конце зала, статично висящая в петле фигура.